Вот тот момент, я тоже тяжело не забыть, это, по-моему, какой год, тоже 15-й, в Ярославле, да, или уже 16-й был. Вот когда тебе просто дали билет в один конец, и мне один вопрос, почему ты остался тогда? То есть вот, если бы ты не остался, то ты бы не выиграл Олимпиаду, да? И так как момент был, ну, ты бы мог... Не, ну я бы мог в другой команде играть в России, если бы это... Да нет, решающим фактором стало то, что пришел Олег Знарок, и мы с ним поговорили. Он мне сказал, что ты мне нужен, и все, на этом я уже сфокусировался на этом и забыл там все, что было. Тем более это момент тяжелый был, не скрою, и там поначалу хотелось все разорвать и уехать, но потом чуть остыл, подумал. Слава богу, что подумал. А как себя сдерживать? Тот вечер, как все кипело. Просто надо было переспать с этой темой и на утро, да? Как-то? Да нет, меня Николь встретила на вокзале. Мы поехали в ресторан, выпили 3 бутылки вина красного. Потом поехали домой, хорошо отдохнули и все. Если бы был один, то намного тяжелее было бы, конечно. А так, опять же, когда близкие рядом, то это намного все проще. Поддержка, короче, помогает, конечно, как ни крути. 100%. У тебя было достаточно много драк в НХЛ, посмотри, есть даже специальный сайт. Я даже не помню, что ты какую-то драку проиграл. Вот, у тебя там даже есть хит-парады, да, топ-10 драк Кличка. В чем секрет драк? Ты причем не тавгай же, не специальный такой боец. Но что надо делать в драке? Я не знаю, какой я боец. Да. Это все же эмоции, хоккей, вспыльчивый. Да. И ничего, на ногах стоять хорошо. И стараться, чтобы тебя не засадили. Как на улице, ты когда дерешься, что ты делаешь? Павел. И убегаю. Фонарь же сказал, там, типа, если там хулиганы пристают, надо убегать. Конечно, 100%. На улице точно. Но на хоккейной площадке не поймут. Ну да. Бежать некуда, там все. Двери все закрыты. Там учили, знаешь, там надо хватать вот как-то за плечо, там, чтобы он не мог руку пеленать, да, майку натянуть. Ты как-то учился этому специально? Да нет, ну. Нет, специально не учился. Я думаю, что это лучше к Андрею Викторовичу, к Назарову его пригласить, и он вам расскажет все как надо. Куда хватать, за что дергать. Какой бой твой самый любимый? Я помню, там Шипзик такой, Комри был, там, ты там раз поначалу. Да никаких боев. На самом деле, я даже на этом внимание не акцентирую. Что значит? Мне намного больше нравится голы забивать, чем драться. А на улице бывало там в детстве? Там, или когда последний раз на улице дрался? Ну, в Твери, а как не бывало. В Твери прям? Прям в Твери, представляешь? Ну, ты как идешь тренировки? Прям на Соминке. Идешь тренировки там, и как там тебе там? Ну, что-нибудь вот спросят, там, дай закурить или еще что-то. Ну, что? Так же, как, ну, вначале отмахался и побежал, если их не один уже. Бегаю я быстро, поэтому в этом плане мне повезло.